Полицейские Махачкалы задержали двух подозреваемых в грабеже. Преступление было совершено в отношении несовершеннолетнего. Мужчины возле одного из домов по проспекту Имама Шамиля нанесли телесные повреждения юноше и завладели денежными средствами в сумме 70 тысяч рублей. После инцидента пострадавший был вынужден обратиться в медучреждение для оказания помощи. А по словам задержанных, парня они приняли за закладчика наркотиков и захотели проучить. На поселке гуляли, шли через тупик сзади дома, увидели двух парней, подумали, что они ставят закладки. Они начали увидели то, что они чуть суетятся, думали ставить закладки. Попросили, поздоровались, аккуратно попросили показать фотопленку. Хотели посмотреть, есть ли там у него какие-то координаты закладок. Он не показывал, сначала начал как-то, суетиться, да. Мы за этим начали заподозривать то, что что-то есть. Начали у него просить телефон. Он показал фотопленку, там было не обнаружено то, что у него на карте много денег. Мы еще больше стали, заинтригованы, да, убеждаться в том, что что-то нечисто, да. Дальше что вы сделали с ним? С деньгами что сделали? 52 тысячи отдали мы в долг, Мы были в Ставрополе, брали долг у одного человека и отдали обратно ему долг этот.